Мисс Россия 2005 Александра Ивановская сразу же после победы в конкурсе отказалась от заманчивых предложений и вернулась в родной Комсомольск-на-Амуре. Спустя несколько лет она готовится очаровать столицу повторно. Я хочу всего добиться, сама сказать, да, это сделала я своими силами без кого-то. Коса ниже пояса, черный карандаш по векам и уверенная походка. Прохожие шепчутся: настоящая русская красавица. Это Александра Ивановская, мисс России 2005. До победы в главном национальном состязании прекраснейших Сашина копилка уже была полна несколькими престижными титулами. В 9 лет она выиграла в конкурсе «Варвара, краса, длинная коса», а в 15 стала вице-мисс Комсомольск-на-Амуре и мисс Дальний Восток. Была полностью уверена, что я выиграю. И знала, что вот сейчас приеду, сейчас вот все будет покупаться, сейчас все будет рассчитано, но я вот все равно как-нибудь да выиграю. Сашина уверенность принесла ей корону. Она с легкостью обошла 50 соперниц и стала самой юной красавицей за всю историю конкурса. Тогда ей едва исполнилось 16. Особенно жюри понравилась роскошная коса Ивановской, длина которой к тому моменту перевалила за метр. Я вообще не осознавала первые дни, что я финалистка, что я выиграла, стала самой лучшей. И узнавали везде. Узнавали в самолетах, поездах, в метро, в общественном транспорте. Ты думаешь, все, тебе все можно, в принципе, тебя все хотят. Однако возраст не позволил Саше поехать на международные конкурсы. И на «Мисс Мира», и на «Мисс Вселенная» отправляют только совершеннолетних. Поэтому Ивановской ничего не оставалось, как вернуться в родной Комсомольск-на-Амуре и заканчивать школу. В Москву красавица возвратилась лишь спустя 4 года. Теперь готовится покорить столицу своим актерским даром. А я с детства привыкла к сцене, на меня всегда здесь обращали внимание. Саша Ивановская живет в съемной квартире и признается, что теперь все придется начинать с нуля. Свое время она уже упустила, а сегодня немногие вспомнят, что за девушка стала мисс Россия 4 года назад. В погоне за мечтой красавица надеется только на себя. Богатые мужчины, да, деньги, да. Нет. То есть, если бы я хотела добиться с помощью кого-то, я бы это уже сделала давным-давно. А у Алексея еще одна встреча. В кафе его ждет «Мисс Россия 2005» Александра Ивановская. В шарфике. Это, кстати, подарок от Зайцева. Мистер Иванова приобрел столичный лоск и теперь делится своими планами с коллегой. Надеюсь, получу офицера внутренней службы. Буду спасать людей. Алексей просит у Саши совета, что выбрать, работу в агентстве или учебу. Хуй железо пока горячо, говорит красавица. Ее пример другим наука. Слава, она такая, она дается и тут же забирается, если ты не напоминаешь о себе. Какой выбор сделает Алексей? Вернется ли к прежней жизни или перечеркнет прошлое ради славы?